Всем здорово, всем привет, пижошка 207-я, цель, значит, надо привязать ключики, для этого надо как бы пин-код вычитать. Нажимаем прочитать пин-код, дворники заработали, машинка вся заездила, зашуршала по-всякому и пошел процесс считывания пин-кода, даже без разбора. Даже без снятия БСИшек такое чудо тоже бывает. Вот. А пока вычитывается, напомню, что мы также на наших курсах учим этому всему. Ну и если хотите, можем вам эту работу выполнить с выездом к клиенту. Привязать ключики, отключить иммобилайзер, привязать ключики, замену блоков. Ну, в общем, любую работу, связанную с иммобилайзерами. А также, в общем-то, как я уже и говорил ранее, курсы проводим, на которых всему этому можно научиться на профессиональном уровне. Поддержка сроками не ограничена. Пин-код обнаружен, собственно говоря, вот он снизу. Обращаемся.